на передовой шли бои, а в тылу ждали вестей с фронта, скромных треугольников. Письма, приходившие с передовой, зачитывали вслух всем близким и родным. Поехал казак.
девочки нет. Сначала отмой, прости, там и видно будет. Здравствуйте. Во-первых, я хороший друг вашего Кости и пишу вам, иначе писать больше нет. Легкий шум услышал, может, выйдешь на крыльцо, почтовую газету вложит, это письмецо. Поглядишь на мелкий почерк, что-то незнакомо. Давит сердце тяжесть строчек, горло станет ком. Тетя Роза, прости, а тут тяжело что-то. Но не плачь, собравшись силой, овладей собой. Ты прочти о том, как милый шел в последний бой. Мы в одном с ним взводе были, жили дружно так. Пополам всегда делили радость и табак, и вода кушали мы рядом. Вот в бою таком четверых он сшиб прикладом, а троих штыком. А когда в раздали бою батальон залег, он вскочил и за собою всех бойцов увлек. Ты прочти, как в двери Дота первым он влетел, как наносил из пулемета груду вражьих тел. И опять мы были рядом, враг отброшен был. Тут осколок от снаряда грудь ему пробил. Покачнулся он на месте, лег и встать не смог. Лишь просил черкнуть невесте пару нежных строк. Ты не плачь о нем, не надо, не помочь беде. Нужно мстить немецким гадам в битве и в труде. 65-й гвардии, 3-й батальон, Войков Василий Иванович.